Ladies and gentlemen, referee Mark Smith has called a stop to this contest at 1:04 of the very first round, declaring the winner by knockout, Omen Ahokalakets Tsarukyan. Я с Арманом Царукяном. Арман, ты наконец получил возможность побиться с оппонентом из топ-5 и невероятно реализовал ее. Ожидал ли ты такого результата сегодня? Конечно, я ожидал, что выиграю нокаутом. Я говорил вам, ребят, что не хочу побеждать решением или еще что-то. Я просто хотел хорошо выступить, нокаутировать его, вернуться домой и затем биться за титул. И я хочу сказать огромное спасибо Бенилу. Он самый уважаемый боец в нашем дивизионе для меня. Он один из хороших парней, он по-настоящему хороший человек. И я ценю, что он побился со мной, потому что никто не хотел биться из топ-5. Только один парень был готов побиться со мной. И это Бенил Дариуш. Так что сейчас, благодаря ему, я попаду в топ-5, буду на третьем или даже на втором месте. И надеюсь... Мой следующий бой будет за титул. Если нет, плевать, я побью еще кого-нибудь. Я буду чемпионом, ребят, поверьте мне. Арман, был ли ты удивлен? Вы оба потрясающие грэпплеры. Был ли ты удивлен, что весь ваш поединок, хоть и недолгий, прошел в стойке? Знаешь, для меня не важно. Я могу бороться, работать на земле в стойке, так что... Я не был удивлен, я знал, что мы будем биться, в том числе в стойке. И я знал, что могу нокаутировать его, и я сделал это. Я весь день думал о том, что нокаутирую его, и теперь я здесь, и еще кое-что, ребят. Месяц назад я чуть не снялся с этого поединка, но, слава богу, я здесь, и я выиграл бой. Арман, давай посмотрим на твою работу. Ты показал ему правое колено, и когда он среагировал на него, ты выбросил потрясающую правую. Это 50 штук! Перед тем, как я вышел в октагон, ты сказал мне: DC, передай Исламу, чтобы бился со мной. Что ты хочешь сказать чемпиону легкого дивизиона, который сейчас доминирует, с которым вы уже бились? Что ты извлек из того боя? И вообще, что ты хочешь сказать чемпиону Исламу Махачеву? Ты знаешь, в общем, Ислам — это боец другого уровня. Но мы бились 4 года назад, мне тогда было 22 года, сейчас мне 27. Я очень сильно вырос с того боя, и наш следующий поединок будет другим. Я нокаутирую его, вот и все. Это будет феноменальный поединок. Когда вы столкнетесь, будет здорово. Леди и джентльмены, аплодисменты Арману Царукяну!